Здравствуйте! Сегодня день рождения у нашего дорогого таракана, автора неподражаемого, просто хорошего человека. Как его зовут, я тоже не знаю, поэтому обращаюсь просто. Дорогой наш таракан, от себя лично и от лица всех зрителей, слушателей поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья в это непростое время. И самое главное, дальнейших творческих успехов и радовать нас дальше понятной аналитикой сложных вещей, происходящих в этом мире. Огромное тебе спасибо. Я рада, что когда-то давно познакомилась с тобой, как будто вчера было. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С днем рождения! Если эту статью, вернее видео, если это видео заблокирует, я просто текстом отпишу. С днем рождения, тараканушка! Уже от себя лично хочу поблагодарить тебя, что
поддерживаешь меня, всегда протягиваешь руку помощи, когда, казалось бы, ну все, вокруг мир рухнул. Я хочу вам сказать, что недавно, когда у меня очередное распутье произошло, таракан мне написал такое письмо. Если разрешит, я его опубликую, озвучу. И именно вот за ту поддержку моральную, духовную, я очень благодарна тебе. Как говорится, пришла помощь, откуда не ждали. С днем рождения, таракан!